Внутриканальные динамические наушники Shanlink Myriad Music One выделяются музыкальным звучанием, стильным дизайном и хорошей комплектацией. Это успешный результат сотрудничества Shanlink с английским производителем high-end audio Myriad Systems. Корпус наушников получил обтекаемое очертание. Здесь есть все для удобной посадки и комфортного прослушивания. Они выполнены из глянцевого пластика, покрытого черным лаком. Кстати, сборка на высоком уровне, стыки фейсплейта и чаш практически незаметны. Благодаря умеренным габаритам они подойдут большинству пользователей. Комплектный кабель изготовлен из посеребренных жил с облачением в мягкую силиконовую изоляцию. Предусмотрены двухпиновые коннекторы стандарта QDC, классический аудиоджек 3,5 мм и трехкнопочная гарнитура. Современные 9-мм динамики получили интересный звуковой тюнинг. Наушники получили отличное разрешение и контроль по всему частотному диапазону. Подача ближе к нейтральной, со слабо выраженным оттенком теплоты. Абсолютно без какого-либо намека на мониторность, все очень вкусно и энергично. Басхедными наушники не назовешь. Низкие частоты реализованы с минимальным акцентом, все очень точно и с неплохим объемом. Среднечастотный диапазон звучит детально, открыто и динамично, с небольшим подчеркиванием на вокале. Высокие частоты скоростные, имеют хорошую протяженность, иногда хотелось бы большей деликатности на этом отрезке. Все-таки на некоторых композициях звучали слегка рисковато. Слушателям, которые очень чувствительны к высоким частотам, советую их послушать перед покупкой. Но лично для меня такой звуковой тюнинг более чем меняемый. Myriad Music One – это отличный пример того, как должны звучать наушники в 2021 году в ценовом диапазоне до $100. Корпуса модели оснащены специальной запатентованной технологией BioMaster Antimicrobial. Она противостоит размножению бактерий, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье ушной раковины и слуховой полости. Послушать и купить наушники вы можете в наших салонах персонального Audio SoundMag в Киеве, Днепре и Одессе.